39-летняя британская актриса Джоан Фрагат, объявила о крахе брака с Джеймсом Кэноном, Джеймс Кэнон. Пара разводится после 8 лет совместной жизни. Новость о расставании оказалась полной неожиданностью для поклонников пары, казалось, в их семье царит полная идиллия. Актриса и директор ит-компании поженились в 2012 году, и на их свадебной церемонии в Оксфордшире присутствовал практически весь актерский состав сериала «Аббатство Даунтон». Сама Джоан называла этот день счастливейшим в жизни. Джеймс управлял ит-компанией и не считал себя частью шоу-бизнеса, но при этом поддерживал карьеру возлюбленной и регулярно бывал вместе с ней на торжественных мероприятиях. Вместе они основали продюсерскую компанию Run After It, а в 2018 году даже переехали в Лос-Анджелес, чтобы Фрагат смогла сниматься в Голливуде. Причины разрыва с мужем звезда раскрывать не стала. «Я просто собираюсь принять этот этап и посмотреть, что произойдет. Я смотрю в будущее», — сказала она. Актриса добавила, что продолжит работать над фильмами и телепроектами вместе с Кэноном. Джоан снимается в сериалах и кино с 1996 года, «Чисто английское убийство», «Улица коронации», однако настоящая популярность пришла к ней вместе с ролью Анны Бейтс в телешоу «Аббатство Даунтон». Она принесла Фрагат престижную награду «Золотой глобус». На съемках успешного проекта побывала Кейт Миддлтон. Для герцогини был организован тур по съемочным павильонам и различным отделам производственного процесса. Участником сериала «Аббатство Даунтон» стал Джордж Клуни. В одной из серий шоу актер исполнил эпизодическую роль, прекрасно вписавшись в атмосферу 20-х годов. Актриса сериала Мишель Докери потеряла любимого человека. Финансовый специалист Джон Дайнин скончался в британской больнице.